Министерство труда и социальной политики республики объявляет конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления в 2019 году субсидий за счет республиканского бюджета Тувы. Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном федеральным законодательством порядке и осуществляющие на территории региона виды деятельности, предусмотренные статьей федерального закона о некоммерческих организациях. Для участия в конкурсе программ или проектов на получение субсидий из республиканского бюджета соискатель должен предоставить документы. Кроме того, в конкурсной документации должны быть представлены расходы по реализации программы с учетом того, что средства субсидий не могут быть использованы на оказание материальной помощи, а также платные услуги населению. Проведение митингов, демонстраций, пикетирование, реализацию мероприятий, предполагающих извлечение прибыли. Прием заявок с предполагаемыми документами для участия в конкурсном отборе осуществляется с 5 марта по 5 апреля текущего года. Итоги отбора будут подведены конкурсной комиссией в срок до 5 мая 2019 года.